В Твери проходит трехдневный региональный форум «Каждый важен и нужен». Его участники – школьники, педагоги и студенты-наставники. Мероприятие направлено на создание комфортной и интересной среды для детей, в которой каждый участник сможет раскрыть свои сильные стороны, найти друзей по интересам. Этот форум – часть комплексной программы по профилактике рискованного поведения среди детей и подростков «Вектор на будущее. Новый сезон». Для детей проводятся различные мастер-классы и практические занятия. Помощь именно детям в рамках буллинга, в рамках рискованного поведения. То есть помогаем им справиться с этим своим состоянием, допустим, в зависимости, чтобы дети наши были счастливыми и здоровыми. Педагогам стараемся помочь в рамках профессионального выгорания, чтобы у них были силы общаться с такими детьми, работать и конструктивно работать. Главная цель форума – поддержка детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В этом году в мероприятии принимают участие 220 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Ребят поделили на 15 команд. На каждой площадке с экспертами, с спикерами, игропрактиками, тренерами нашими приглашенными мы собираем ценности. И после каждого мастер-класса ребята уносят вот эту частичку того, что они осознали, а кто-то открывает ценность благодарность, как это благодарить. Кто-то открывает ценность про счастье, про свое развитие, про то, что все возможно. Екатерина Жуковская – постоянный участник программы «Вектор на будущее». Говорит, связь с наставником поддерживает постоянно, в том числе через социальные сети. Для меня это очень ценный проект, потому что здесь у меня много друзей. С моей наставницей мы поддерживаем тесный контакт, мы хорошо общаемся. Здесь очень интересно и познавательно. Для педагогов, специалистов системы профилактики и родителей интенсив форум – это уникальная площадка для общения, обмена опытом и предоставления актуальных инструментов в работе с детьми, решение реальных кейсов и обсуждение, объединяющие всех темы – воспитание детей.